Приветствую вас. Ответ на ваш вопрос достаточно прост. Мужчина, поскольку он старше вас, значит, он, мужчина, понимал, что если он ответит вам в том же формате, что и вы ему написали, то вы будете думать, что он принял вашу модель, он принял ваше поведение, он принял то, как вы, значит, ну, как вы ведете себя с ним, по отношению к нему. И он, вероятнее всего, просто-напросто не захотел, чтобы у вас была какая-то надежда. У вас была надежда на то, что он ответил вам симпатией. Вот. Это достаточно легко прослеживается. То есть, если он, находясь с вами в непосредственном контакте, может ситуацию поставить так, что вы поймете, что он нейтрален, что он настроен просто позитивно к вам и не более, то в социальной сети все-таки там очень высокий риск интерпретации. Вот. И он хотел этого избежать. Уважаемый аноним. Аноним, да? Аноним. Уважаемый аноним. Вам не кажется странным, что вы испытываете симпатию к мужчине, который старше вас на 14 лет и который в браке более 10 лет? Не кажется ли вам ваши отношения токсичными? Не кажется ли вам ваши отношения с ним тупиковыми? Не кажется ли вам, что это ведет в никуда? Не хотите ли вы поменять что-то? Не хотите ли вы уже начинать строить отношения со свободным мужчиной, который более подходит к вам по возрасту, потому что мужчина старше вас настолько, это всегда свидетельство того, что у вас отношения с отцом, ну, требуют корректировки. То есть вы ищете папу, вы нуждаетесь в отцовской любви, в том, что вам не добал отец. Вот. Понимаете? И именно это снижает ваши шансы на построение отношений до нуля. Уважаемый аноним, я честно скажу, что я знаю вас, я знаю, кто вы, я работал с вами, и если помните, мы договорились, что работать будем с вами непосредственно в контакте, то есть, ну, в контакте я имею в виду друг с другом, то есть, это будет чат, аудиочат, что вам пора уже что-то менять в своей жизни. Вот, мы с вами к этому пришли, и вот теперь вы задаете вопрос здесь, сюда, который, по сути, подкрепляет еще больше ваше деструктивное поведение. Просто поставьте себе
поставьте себе следующее понятие перед собой, да? Мужчина, которого вы видите сейчас перед собой, этот мужчина, ваш отец, вы нуждаетесь не в мужчине пока, а в отце. Это первое. Второе. Попытка, понятно, да, что это не мужчина, это отец. Это проблемы во взаимоотношениях с отцом. Не проблемы с мужчиной, не проблемы с женским поведением, хотя и с ним тоже. Это именно проблемы взаимоотношения с отцом. Никакого мужчины нет. Это первое. Второе. Женатый мужчина. Это запрет на замужество. То есть я не хочу близких отношений. Вы боитесь близких отношений. Вы в них нуждаетесь, но вы их боитесь. По-настоящему близких, замужества и так далее. Этого всего вы боитесь. Это первый аспект. Вот второй. Это второй аспект. Почему второй? Потому что, почему аспект? Потому что если бы вы не боялись, то вы были бы со свободным мужчиной, который мог бы вам дать то, что вы хотите. Вот. Третий аспект. У вас заниженная самооценка. То есть вы позволяете себе быть не единственным в жизни мужчиной. И мужчины это чувствуют, как бы он к вам ни относился, мужчины чувствуют, что вы готовы быть не единственным в его жизни. А раз так, то и отношение к вам у него будет соответствующее. То есть для построения отношений успешных, здоровых, продуктивных, искренних и близких, необходимо, чтобы вы определили свои личные границы. Вот. У вас этого нет. С этим нужно работать. Потому что без адекватной позиции, связанной вот хотя бы с тем, что вы позволяете другим по отношению к себе и тем, что не позволяете. Также отношения построить невозможно. Вот. Последний аспект. Это здесь и сейчас. Вы не живете здесь и сейчас. Вы живете либо прошлым, либо будущим. По сути, вы живете иллюзией. Это, в свою очередь, означает, что у вас отсутствует полностью практически взрослое эго-состояние. То есть вы не анализируете то, что происходит. Вы не руководствуетесь принципом «здесь и сейчас». И первое, что нужно сделать, это определить выгоду, которую вы получаете благодаря этой позиции. А дальше уже работают. Вот в таких направлениях нужно двигаться, чтобы эта ситуация завершилась. Но сразу скажу, что возможно это только если вы захотите. Если вы примете тот факт, что дело не в мужчине и не в его отношениях, и не в гадании, как, кто, почему и для чего поступил. Дело в вас. Напрямую только в вас. И в вашем восприятии себя, в вашем восприятии, возможно, ценности, вашей экзистенциальной позиции. Захотите работать с этим? Обращайтесь ко мне, либо к любому другому психологу, но с этим нужно работать. Понимаете? Вот. Ну и надо сказать, что
Надо сказать, что, может быть, вы не готовы еще, потому что я помню, мы с вами договаривались, вот, вроде бы. А вы теперь задаете, вот, задаете вопрос здесь, при этом мне ничего не сказали. Вот. И то, я не обвиняю вас, на самом деле, но просто хотел бы дать понять, что я в курсе. Вот. Еще раз, вопрос, хочу понять другого человека, хочу понять другого, да, хочу понять его поведение. Это вопрос не к психологам, скорее. То есть можно работать с психологами в этом направлении, но только при условии, что это ваш близкий родственник, либо муж, либо ребенок. И то не всегда. И то не всегда. Понимаете? Вот. Поэтому если вы соберетесь работать, да, если вы все-таки вот, поймете, что то, что вы делаете, это бесперспективно совершенно, да, сформируйте запрос. Запрос, состоящий из тех аспектов, которые я назвал. Потому что это ваши основные проблемы. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.